смотри. Twin Lake Trails. Смотри теперь. Смотри место. Парков. Среди каких камней, да, можете парковаться. Какая прелесть, какая красота. Мы еще поднимаемся, еще не дошли до развилочки. Как хорошо. Вот зеленая эта горка, но это еще не та гора. Знаешь, мне иногда просто хочется слушать тишину и впитывать. И вот этот шелест листьев, ветер. Слышишь песни ветра? Татьяна Петровна, не пожалела, что приехала? О, нет! Я так люблю новые хайки, а этот особенный. А это посмотри, так, такое все цветное, красивое, это, да, яркое. Это называется... Это у нас же собачка здесь довольная. Саус Сильвер. Вот такой водопадик маленький. Да, да, водопад красивый. И вот вы будете рисовать эту реку. Ну, я думаю, что нам надо вот сюда. Тебя тоже сфотографировать? Что это, наверное, тазобедренный сустав вывалился у него. Ну сколько же лет, оно посчитает. Это каждая линеечка. Это годы. Это красоты. Бедро, наверное, да. Это красоты. Может мозг, может бедро, кто знает. Очень-очень unique and beautiful God's creation. А вот мы пойдем вот по этому трейлу. Камушки мы. Камушки. А смотри, какие горы нас ожидают. Да. А, да, озеро. Это, да, Райт Лейк. Да, вижу. И там красиво. Да, и все вокруг красиво. Там красиво. Это здесь красиво.
И горы такие. Построим для кущи, Дианушка. О, да. Наверное, все купали. Наверное, не было конца. Красивый. Прозрачная-прозрачная водичка. Kind of goat on the left. Yeah, so if you can do twin legs. Now this with water. It's silver. No, no. So it's like it doesn't, it's deceiving, so you have to go through it. Но развилка была, что нужно было через воду проходить, и дорожка была как бы вправо. И она взяла правую. И она говорит, когда пошла вправо проходить. Да. Вот такой хайк у нас, такой красивый. Вот такая красота вокруг. Мы поднимаемся, поднимаемся. Идем через перевал. А Тавочка нашла клей. Кусок смолы. Кусок смолы. Съели. Она горькая. Длинная. Ох, смотри, сколько ее капает. Ай, да, пошли отсюда, а то еще капнет. А это три вершины. Такие красивые. Вон три вершины. Вот за ними. Вот какой-то, может быть, даже из них и пирамид пик. Вау. Средняя? Может, похоже, да, на похоже на среднее. Да, что это среднее. Ой, красиво включилось. Я думаю, что здесь есть золото. Это Right Lake, я вижу. Где Right Lake? Right. Right. Вот. Там эти вершины, я думаю, что там, где снег, это пирамид Пик. Там такое впечатление, что вот бюст человека. А, как я вижу лицо. Лицо, нос, глаза. Так красиво. Вот по таким мы идем тропам. Великолепно, красиво. Все вокруг, а ветер поет. Приятно, что ветер, ветер. Ветер поет. Охлаждает от жары, от солнца. Интересно, сколько кит? Вот фривей выложили. Впереди Кристал Рэнч. Вау! Ой, красиво! Ой, красиво! Что, где подождать? Ой, красиво! Я посмотрю. Ага. Так, ой, красиво, ой, красиво. Вот там водопад тоже, вау!
Так, мы решили здесь перейти вброд. Вот этот водопад. Решили разуться и пойти вброд. Сильно красиво. Да. Сейчас уже можно посмеяться. И когда мы там каждый камушек дрожал под нашими ногами, мы не знали, окунемся с головой или же находили в этой месте. Водопад. Мы чуть глубоко довольны. Мы заблудились немножко, не дошли до нашего озера. Мне было легко.